Привет-привет, друзья! Добро пожаловать на канал! С вами Жанна. Ну что ж, мы с вами находимся сейчас в солнечном Гибралтаре. Я нахожусь в нашем доме культуры. Это Джон Макинтош Холл называется. И я хочу вам немножечко показать Flower Show. Это шоу цветов, то есть небольшие такие идейки, как можно украсить новогодний стол. Так, сейчас нахожусь в самом начале, это холл. И вот здесь вот так вот видите, какая интересная идея. Что вы думаете об этом? Вот такой диван из книг, как вам? Очень, по-моему, креативненько, неожиданно, да, придумать вот такой диван из книг. Я думаю, что было бы также очень классно придумать, fireplace, да, камин, тоже в виде книг. Вот такое интересное решение, если у вас нет дивана или, может быть, камина, можно сделать из книг. Так что, смотрите, я думаю, у многих есть книжной библиотеки, пока что еще книги остаются нашей ценностью, да, пока еще все не перешло в цифровое, поэтому вот смотрите, как можно интересненько украсить. Вот. Здесь очень уютненько. Ну все, ребят, пошли посмотрим немножечко на цветочки. Может быть, кому-то из вас придут на ум какие-то идейки, и вы что-то для себя тоже возьмете во внимание. Thank you.